слышался. Но продолжая тему Пушкина, у меня такие, говорится, у каждого поэта с ним личный разговор веду. Я пишу силаба тоническим стихом, чтобы быть как пушки, вхожим в каждый дом. Пушкин, ой, держите, меньше заливай. Пушкин, небожитель, ты же маргинал. Без рессентиментов, давайте Арзамас. Читала 2% грамотных из вас. Это после Пушкин солнцем воссиял. И на раскладушке я всякий бы читал. Ну так вот, как Пушкин, стих слаботонный, вешаю на уши гири многотонной. Слабому бреду я, силой я дарю. Пужу-пужу я, покражу царю. Подкупая массы, примизной словес, сплочиваю классы молодых повес. Правду матку жизни из пылу жабрям, древнейшей отчизне ямбам по губам. Выбью из культуры, что разрешено, и из прокуратуры не грусти жена. Чтобы смейся дети, чтобы саду твисть, чтобы не те, а эти, чтобы не там, а здесь. Ой, заговорил ты зубы мужику, он поди в курилке, впал давно в тоску. Снова вы, а я-то думал тут один, супер себе эго, знаков господин. Слушайте сюда, она не для вас писал, ищите Мандельштама, он за вас страдал. Ну так вот и враже, весь я пропаду, и всяк сущий скажет, пусть и ерунду. Но зато своими языком и ртом, обретая имя, спасибо и на то. И, конечно, лира прах переживет, и создаст у мира сам себе народ. Чтобы сладко пелось, елось и спалось, чтобы падшим милость, а к имущим злость. Чтобы все тревоги маленьких людей уносили ноги и без хоры. Такая песенка. Thank you.